Всем привет! С вами Бэшик, и это новости обновлений по Расту. Добавили новую модельку C4. Поменялся только лишь внешний вид, функционально ничего не поменялось. Хотя на самом деле хотелось бы, чтобы добавили банально мигание лампочки, что ли. Ну приятно же будет, можно какие-нибудь циферки туда добавить анимированные, просто для красоты. Красиво и приятно. Но целью этого видеоролика, конечно же, является... Вот эта штука с прикольным, необычным звуком. Он будет питаться топливом, прям вот таким вкусным топлячком, но пока что он еще не питается, он просто работает бесконечно. Понятное дело, что к патчу все это завезут, все это сделают, исправят, доделают, доработают. Далее. Его нельзя крафтить. Так, среда, нам добавили вышку. Вышку можно крафтить, вышку можно изучать. Давайте посмотрим попутно. Я уже изучил без вас, пока ролик готовился начинать снимать. Так, а где у нас вышка-то? Ага, билд. 2500 дерева, 75 крапа для изучения. Просто классная вышка, ребятки, просто классная вышечка, которая ставится, и с нее можно там стрелять, смотреть, наблюдать. Ну, это реально интересный объект, можно побольше таких разнообразных объектов, и в Расте будет намного разнообразнее. Что касается самого бура, мы не можем его изучить, мы не можем его скрафтить, но мы можем его найти в ящиках с инструментами в красненьких, и мы можем купить его, по-моему, за 200 скрапа на аутпосте. Вот карта не сильно большая, но мы на аутпост летаем, еще посмотрим для уверенности. Далее, начну я, пожалуй, не с фарма. Фармит он шикарно, быстро, классно. И звук. Ну, приятный же, согласитесь, звук, да? Давайте попробуем импорейди, потому что, думаю, очень многих интересует именно этот вопрос. Возьмем новенький бур. И давайте, наверное, начнем все-таки с неправильных стенок, потому что обычно, когда мы рейдим кирочками, мы все-таки рейдим неправильные стеночки. Димон может и правильные порейдить, и даже металл, он любитель. Я, например, люблю именно неправильные стенки бахать, потому что кирками рейдить вот такое... Или вот то, ну, это не каждому дано столько терпения. Так, это у нас деревяшка. Вот это шикарно. Почти вся стена отлетела. С другой стороны, мы можем это и другими предметами разнести. Просто разнести полностью. Давайте посмотрим, какова цена ремонта. Его, кстати, можно ремонтировать. 30 металлфрагов. Отлично, можем его починить и дальше бахать. Опаньки. Пошли такие. И дорейдили стеночку. Это все, конечно, интересно, но все-таки каменные стенки, думаю, куда более предпочтительны. Давайте попробуем такую вот стеночку. Деревянную, но правильную. Эффекта не возымело, понятно. В принципе, ломается дольше, чем бензопила. Та улетает просто в пух и прах. Давайте все-таки каменную стенку попробуем, они наиболее предпочтительны. единиц. Неплохо, кстати, неплохо. Но выйдет дороговато. Все-таки 200 скрапа, если он столько стоит на аутпосте. Вы понимаете, да, по 200 скрапа за, скажем так, ну, возьмем 5 штук просто, 5 целых буров. Мы потратим на одну стенку их. Еще там даже немножко, наверное, останется. Не очень выгодно, не очень. Правда, быстро. Быстро, классно, да, это очень быстро. Это прям очень-очень быстро. Можно, например, добивать стенки. Ну, в общем, что-нибудь можно будет придумать с ним. Если, конечно, его сильно не поменяют, не сделают, допустим, таким, как бензопила, которая... А дверь ломается просто в пух и прах. Ну, я так понимаю, металл. Даже давайте не металл, давайте каменную стенку. Ну, тут понятно все и так, что мы, скорее всего, ничего не возымеем. Ну, давайте немножко по металлу постучим. Это тоже понятно, что уже смех, по сути. В общем, такое, ребятки. Ну, армор это уже тоже жестко. Давайте просто постучим немножечко, потом комбатло глянем, что у нас там отобразится. О, да. Проще, в общем, ломать все-таки это сишками, ракетами и тому подобным. Это будет намного проще и шикарнее. Ну, давайте-ка шкаф постучим. Так, шкафчик у нас целенький. То же самое со шкафчиком. Проще елками разнести, проще сачели кинуть, проще разрывными патронами. Намного проще, чем буром. Давайте попробуем пофармить, то есть то, для чего он изначально предназначен. Я сейчас присяду сразу, чтобы полностью вынести камень, и потом засеку время, мы посмотрим. Я несколько камушков зафармлю, и везде выведу время, чтобы это было наглядно, понятно. И вы просто прикидывали, сколько времени уйдет. Шикарно, не правда ли? Прекрасно, ребят, это реально прекрасно, это очень быстро фармит, это очень круто, находим поляну с рудой и просто выносим ее в нулину сразу, потому что эта штука, ну, крайне быстрая, это прекрасная штуковина, дорогая, но прекрасная, только непонятно, почему ее запретили крафтить, то есть она вот покупается, либо находится, я немножко не понимаю, пила крафтится, мы ее находим, изучаем, крафтим, в чем отличие бура, он такого дисбаланса может внести в игру, он все-таки реально дорогой, можно просто сделать его дорогим для крафта и все. Человек подумает, ему проще кирка или дорубом,
либо дорогущим буром все это делать, как бы зачем? Непонятна для меня эта логика. Тогда уже пилу могли бы запретить. Но нет, пила у нас разрешена. Пилой мы спокойно фармим. Кстати, хорошо фармим, что на классике, что на модах. Пила выручает очень сильно. Ну, раз так решили, значит так надо. Бур можно купить вот в том правом вендинговом автомате. Давайте посмотрим. Карточка, бур 200. Пила 125. Кстати, заметьте, пила стоит немногим дешевле, но ее можно крафтить, а бур нельзя. Ладно, может быть в будущем что-то поменяется, его сделают крафтабельно. Может даже его в патче сделать, потому что мы не знаем всех еще окончательных изменений, конкретной информации. Но, тем не менее, штука улетная, ребят. Крайне рекомендую использовать. Вот так вайп произойдет, ищите, пользуйте, фармите, просто жестко будет. Находите руду, выфармливаете ее в ноль. Это шикарная штука. Помимо того, о чем я уже рассказал, добавили подсветку тиммейтов. Работает она, в принципе, как, например, в Battlefield'е. Да и, в принципе, как у нас она уже работала на модовых серверах, когда тиммейт подсвечивается маленькой точечкой. Точечкой с ником. Приятная штука, но немножко убьет атмосферу на классике. Я бы сказал, немножко, это даже не немножко, а сильно. Нужно, чтобы можно было точно ее отключать на уровне сервера. То есть администратор взял, отключил, все, у нас классика чистейшая. Нужно включить, включил. Тогда будет все хорошо. Компас. Вот компас, я думаю, сильно геймплей не повредит, в том плане, что теперь можно нормально человеку говорить, что Е, например, давайте посмотрим, где у нас тут Е105. Все, это намного понятнее, чем вот в тех кустах. Кустов-то у нас тут много, или вот там в траве. Травы тоже у нас много. То же самое касается деревьев и остальных объектов. Это реально сложно в плане ориентации. А так сразу тиммейт тебе говорит, ага, вот он ученый на 165, типа, да? Все шикарно, все удобно, все прекрасно. Если вам понравился ролик, лайки ставьте.